Всем привет! Получил наконец вторую посылку, заказанную в самом Китае. Что меня радует, конечно, доставка. Не надо ждать там около месяца или двух недель, а сразу на следующий день доставляют посылочки по Китаю. Ну, это, я думаю, в каждой стране такое. Ладно, здесь заказал себе штатив, так как все-таки буду, скорее всего, еще снимать обзоры, какие-нибудь такие вот посылки всякие. Моделька у нас 3520, алюминиевый штатив. Вес составляет 920 грамм. Высота в сложенном состоянии у нас идет 575 миллиметров. Вот такой у нас чехол для штатива. Давайте вскрывать и смотреть. О, здесь уже подарки. Ну, это китайские идут всякие вот эти вот плюшки. Они любят накидать всякого по Китаю. Даже если покупать какие-нибудь там фотоаппараты или видеокамеры, например, там вообще много всего накладывают. Всяких сумок, стекол, защитных пленок, фильтров и так далее. Но это дешевый у нас этот держатель для телефона. В принципе, везде есть такое. Так, дальше идет у нас инструкция, да. Модель, бренд называется Somita 3520 WT. И сам штатив. Так, в сложенном состоянии 575 миллиметров, в полностью в разложенном 1 метр 390 миллиметров. Короче, почти 1,4 метра. Так, достаем. Ну, запаковали хорошо. Лучший вариант, ребят, если вы, например, начинающий блогер или просто любитель пофотографировать, как бы недорогой и хороший такой надежный штатив. Поэтому советую к приобретению. К тому же уже посмотрел отзывы, как бы, ну, многие хвалят. Как бы из дешевых вариантов это лучший штатив. Somita ST3520, но также бывает, что без Somita, потому что сам штатив OEM производства. И многие бренды покупают, штампуют свой логотип и начинают продавать по разным ценам. Вообще модель идет 3520 данного штатива. Что мы здесь видим? Есть ручка, да, управляющая высоту, положение. Также крутится по оси 360. Площадка у нас достается элементарно. Просто раз и достали. Сюда посадили фотоаппарат, видеокамеру или что-нибудь. И обратно вставили. Раз и защелкнули. Также есть уровень горизонтали. Уровень вертикали также есть. Итак, давайте я его сейчас поставлю и посмотрим, как он стоит у нас. Итак, раскладывается. Раз, у него сразу есть стопор. Оп, отлично. И также есть ручка для переноски. Очень удобно. В принципе, у меня в моем штативе, в фотоштативе, нету ручки. Только тряпочный держатель. Итак, давайте его раскидаем. Посмотрим. Кстати, ножки здесь идут вот такие вот, как бы плавающие. Как бы поставили, и он встанет очень хорошо. Итак, первая нога и вторая нога. И защелкнули. Также здесь, ну, давайте просто одну ногу откроем, потому что он не влезет в кадр. Вот эту сложим. И здесь также проверяем, работает, нет. Также есть крючок для сумочки, фотосумки. И как бы стоит уверенно. Здесь есть какой-то регулятор непонятный. И ручка. Ну, отлично, мне нравится. Давайте вот так вот, раз. Давайте все-таки его опустим. Вот так он будет полностью в сложенном состоянии. Как бы длина хорошая, не слишком короткий, не слишком длинный. А также есть у нас крючок для поднятия самой штативной головы. Да, например, выкрутили, зафиксировали. Все, будет стоять. Также здесь можно поджать, чтобы он не убегал, скорее всего, да. После проверяем голову. Ну, как бы крутится хорошо. Да, в принципе, за эти деньги, ребят, я думаю, что идеальный вариант. Вообще, как, знаете, вот если вы путешествуете где-нибудь, здесь приобрести, и как бы не жалко, что он сломается и так далее. Как бы полностью ноги у него алюминиевые, штативная вот эта сердцевина также алюминиевая, ручка пластмассовая, можно зажать, подкрутили, все, он будет в своем положении. Открутили немного, пожалуйста, поехали дальше равняться. Также и здесь. Приоткрутили, можно поднять по оси. Закрутили. Все, фотоаппарат или видеокамера будет боком или вниз снимать, как вам удобнее. Хороший штатив, ребят, рекомендую для начинающих блогеров или вообще любителей фотографировать начинающих, таких вот, для начинающих фотографов или видеографов. Поэтому вещь хорошая. На Алиэкспрессе стоит не так дорого, поэтому ссылку оставлю в описании под видео, можете приобретать. Вроде по качеству нареканий нету.
приоткрутили и вот так, оп, сложился, отлично. И закрутили. Нигде ничего не болтается, даже вот эта вот сердцевина, обычно в дешевых штативах, она вся такая хлипкая. А здесь вот встала и все, и отлично. А если его сложить, а, я его подкрутил, получается, да? Да, подкрутили. Теперь он будет складываться, это, чтоб это фиксатор получается, чтобы он не складывался сам по себе. Ну нормально, мне нравится, я доволен своей покупкой, поэтому, ребят, советую к покупке, вещь интересная. Все, если видео понравилось, не забываем ставить пальчики вверх, подписываться на канал, и всем спасибо за просмотр, всем до скорых встреч.